Ароматное рыбное блюдо из скумбрии, овощей. Дополнить его можно любым гарниром, будь то картофельное пюре или паста, каша. Все легко, вкусно и доступно. Смотрите рецепт. Время я указала 1 час, это без учета времени на разморозку рыбки. Обычно я оставляю ее на столе на ночь, а утром уже готовлю. Не стоит заливать рыбку горячей водой или ставить в теплую духовку. Рыба должна размораживаться постепенно. Лучше всего в пакете, чтобы не сохла кожа и рыба не теряла свой вид. Прочитав мой рецепт до конца, вы узнаете, как приготовить скумбрию, тушеную в томате, быстро и легко. Удачи! Скумбрия – 1 кг. Морковь – 1 штука. Лук репчатый – 2 штуки. Перец болгарский – 2-3 штук. Растительное масло – 25 мл. Чеснок – 4-5 зубчиков. Соль, перец черный молотый, по вкусу. Перец горошком – 8-10 штук, душистый и черный. Лавровый лист – 2 штуки. Укроп сушеный – 1 чайная ложка. Паприка молотая сладкая – 1 чайная ложка. Тимьян сушеный – 1 чайная ложка. Кориандр – 0,5 чайных ложки. Томатная паста – 2 столовые ложки. Вода по вкусу. Количество порций – 8-1. Подготовьте продукты. Скумбрию разморозьте при комнатной температуре. 2. Очистите все овощи, порежьте перец кубиками, лук, полукольцами, чеснок, на 1/4 части, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на растительном масле до полуготовности. 3. Рыбу вымойте, отрежьте головы, удалите внутренности, хребеты, крупные и мелкие кости. Порежьте каждую тушку крупными кусочками. 4. Когда овощи будут готовы, уберите половину в тарелочку. Выложите рыбу и сверху распределите отложенные овощи. 5. Томатную пасту разведите в 300-400-500 мл воды, залейте рыбу. Добавьте соль, лавровый лист, специи и сушеную зелень. Доведите до кипения рыбу и томите под крышкой 40 минут. 6. Готово. Можно пробовать. 7. Приятного аппетита!